После событий последних недель в Турции и после серии попыток иранских терактов против израильтян, отправившихся на отдых в Стамбул, призываем израильтян не лететь в Стамбул, и если у вас нет жизненной необходимости, не лететь в Турцию вообще. Если вы уже находитесь в Стамбуле, возвращайтесь в Израиль как можно скорее. Израильские службы безопасности, Министерство иностранных дел, канцелярия премьер-министра и все мы в последние недели были участниками огромных усилий по спасению жизни израильтян. Некоторые из них вернулись в Израиль, не зная, что их жизнь была спасена. Террористические акты готовились против израильтян, отправившихся в отпуск. Террористы целенаправленно выбирают израильских граждан, чтобы похищать или убивать их. Это может произойти с кем угодно. Это реальная и непосредственная опасность. Если вы запланировали полет в Стамбул, отмените. Никакой отпуск не стоит вашей жизни и жизни ваших близких. Прислушайтесь к рекомендациям, которые мы выпускаем. Мы постоянно обновляем инструкции в соответствии с оценкой ситуации. Я хотел бы поблагодарить правительство Турции за усилия, которые оно прилагает для защиты жизни израильских граждан. Туризм в Турции важен для обеих стран, но там тоже понимают, что есть риски, на которые идти нельзя. Я также хочу передать послание иранцам. Тот, кто причинит вред израильтянам, не избежит возмездия. Длинная рука Израиля настигнет его, где бы он ни скрывался. Мы надеемся и верим, что это предупреждение не будет на долгий период. Это туристический сезон, и будут предприняты все усилия, чтобы обеспечить безопасность в короткие сроки, что позволит израильтянам вернуться в Турцию и насладиться всем, что она может дать. До тех же пор, пока предупреждение остается в силе, и я призываю всех, кто запланировал полет, найти другие места для путешествия.